Гороскоп. Рыба в 2022 году. Что ждет знак зодиака? Звездный час для 12-го знака зодиака наступит в новом 2022 году. Какие сферы жизни у рыбы в год черного водяного тигра будут на подъеме и как использовать везение? Астрологический прогноз даст подсказки. Общий гороскоп для рыб на 2022 год. Что ожидает рыб в 2022 году? Их можно смело назвать самым счастливым знаком зодиака в 2022 году, так как весь год рыбам сопутствует удача. Поймав волну, они взлетят на гребни карьерного успеха, прокачают личные и семейные отношения. Оздоровятся и отдохнут. Все это благодаря прохождению Юпитера, несущего благоприятную энергию и изобилие. Через водный знак. Многие влюбятся и обретут долгожданного ребенка. Остальным звезды сулят рождение любимого дела. Юпитер будет находиться в знаке Рыб в период с 28 декабря 2021 года по 10 мая 2022 года. Так что большая часть года будет благополучной. И рыбы в течение 3 лет смогут добиться многого. Сильнее всего его благоприятное влияние ощутят те, кто родился в первой декаде знака. В период с 3 декабря 2021 года по конец января 2022 года реализуйте главные задачи года. Те, кто родился во второй декаде знака, обретут шанс улучшить жизнь с конца января до начала апреля 2022 года. Рыбы третьей декады войдут в полосу перемен с 22 марта до 11 мая и с 29 октября по 21 декабря. Благодаря умению помогать и принимать помощь, все задуманное исполнится. Рыб ждет смена должности, место работы и сферы деятельности со счастливым финалом. Не отказывайтесь от выгодных предложений, так как нового шанса может не быть. Грядущий год откроет новые возможности, и их будет немало. Как пишет в книге «Рыбы». Гороскоп на 2022 год Татьяна Борщ. Планирует траты. Не совершайте крупных покупок в конце года. Они не принесут счастья, вещь быстро надоест или испортится. Будучи в центре событий весь год, следите за внешностью, посещайте спортзал, ухаживайте за собой. Многим понадобится смена имиджа, она будет удачной. Ищите себя в творчестве. Хобби поможет раскрыть чувственный потенциал и подарит новые смыслы существованию. Чувство влюбленности посетит свободных рыб. Потенциальных женихов и невест будет много. Нужно не растеряться и понять, кто из них ближе всего по душе и образу мышления. Летом вероятны эмоциональные перегрузки. Не стоит искать причины проблем, все решится само собой. Нужно больше отдыхать, дольше спать и вовремя есть, учитывая сезон года в меню. Те, кто решится на психологическую помощь, смогут найти ответы на глубинные вопросы, отпустить обиды и стать счастливее. Годовой гороскоп финансов рыб на 2022 год. Какой финансовый гороскоп для рыб на 2022 год? Для достижения успеха придется поработать в команде. Умение чувствовать других людей пригодится для построения крепких партнерских и приятельских отношений. Те, кто работает из дома, улучшит домашний офис, позволив себе больший комфорт. Не экономьте на гаджетах и анатомическом кресле. С марта до середины июня на небе пройдет парад планет. Марс, Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн повлияют на финансовую ситуацию в мире и в жизни рыб. До 29 апреля придется усердно потрудиться. Так как деньги и удовольствия не дадутся легко, считает ведический астролог Аурика Золотова. Потом лучше не переживать и не заморачиваться, а пребывать в покое.